Ну вот недавно и вышла вторая часть про Мегре, с Роуэном Аткинсоном в главной роли. И знаете, зрители разделились. Очень много кто считает его скучным и унылым, отмечает, что уснули так и не досмотрев. Даже есть такие, которые сравнивают его с Шерлоком Камбербичем. Типа им не хватает такого же юмора. Вся атмосфера слишком серьезная. Ну не знаю. Вы что же ожидали? Мистера Бина, бегающего по Парижу, и мутузящего бандюков своим плюшевым мишкой. Этого что ли? То, что кино серьезное, то это ему только плюс. Может, потому что сам недавно посмотрел несколько комедий и устал от шуток. А может, просто реально соскучился по такому стилю детективов. Так что мне очень понравилось. Обе серии отличные. Если снимут еще, то обязательно посмотрю. Точно не знаю, но слухи есть, что разрабатывается как минимум еще две серии. Это, конечно, немного, но даже это хорошо. Стоит отметить, что Аткинсон отлично смотрится в роли детектива. Даже не кажется слишком старым. Что еще примечательно, так это то, что англичане играют французов. Это типа фишка такая, что ли? Джереми Кларксон, наверное, рвет волосы на голове. Даже если учесть эту забавную вещь, то все равно Аткинсон в роли Мерге как влитой. Хорошая работа. Так держать. Теперь ему не грех даже похвастаться такой ролью, и любому утереть нос, кто считает его посредственностью. Так что вот эти две серии всем любителям неспешных и серьезных детективов однозначно стоит посмотреть, и не вертив те бредни, что они скучны. По сути, это же такой стиль кино. Если вы не знали, то это ваши проблемы. Хотя кому я тут мозги парю? Вы, конечно, все уже посмотрели две части, и теперь ждете продолжения.